Несмотря на свою короткую историю, сапсерфинг сегодня входит в число популярных водных развлечений. Более того, теперь с веслом на доске не только отдыхают, но и соревнуются. Кубок города по сапсерфингу в Сочи разыгрывают уже 4-й год подряд, обычно осенью. Ну а в этом году лучшие сапсерферы решили спустить доски на воду в сочинской акватории в первых числах мая. Мы можем проводить этапы соревнований мирового уровня, потому что на самом деле мировые соревнования проходят именно так, на пляже. Собираются люди, выходят с пляжной полосы и проводятся гонки. То есть это такой пляжный вид спорта. Он перерос из пляжного отдыха в настоящий вид спорта, который заявляет свое желание участвовать в Олимпийских играх. На побережье приехали 38 спортсменов из 11 городов страны. Елена Терехова, чемпионка России по сапсерфингу, а еще призер Европы и мира в гребле на байдарках и каноэ. Лодку на доску она сменила меньше года назад. Турнир в Сочи, говорит спортсменка из Москвы, отличный этап подготовки к национальному чемпионату и международным стартам. Мы сейчас готовимся целенаправленно к чемпионату России и будем отбираться на чемпионат мира. И вот эти вот соревнования все, они нам очень помогают, в том числе в Сочи, потому что нам обязательно нужны соревнования на море. У нас их очень мало, потому что почти все остальные, они на гладкой воде приходят. Сочинская вода покорила Стереховой сразу в двух дисциплинах. В спринте – это гонка на короткую дистанцию, и в технической гонке – это преследование на дистанции 400-800 метров. Точно такие же результаты в Сочи показал и Евгений Коцур. Кстати, он тоже начинал в гребле и тоже успел доплыть до звания чемпиона страны. Спринт 200 метров – это моя коронная дистанция. В принципе, выиграл я ее достаточно уверенно. Но по сравнению с прошлым годом конкуренция все-таки растет. И также вчера проходила у нас техническая гонка. Она далась гораздо сложнее. Люди прогрессируют, растут. Всего в программе соревнований 4 дисциплины, в том числе фристайл и марафон на 10 километров. Победители определили в каждом виде отдельно. Ну а главным призом соревнований стала поездка в Испанию на международный фестиваль сапсерфинга. Туда отправится Елена Терехова. Она показала самые высокие результаты во всех дисциплинах и стала абсолютным победителем сочинского турнира. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.